Η Ευλαβέως γάρδι πράτην καταθυσιών. Είναι αφύρδιν... Не отдам! Копии всех рукописей должны храниться в Великой Библиотеке. Как же мне найти Аю среди всех этих свитков? Но идеи интересные, радикальные, почти опасные. В этом ты прав. Вот только крайность. Рядом все знания мира, лишь протяни руку. Здесь мы можем свободно говорить о деспотичной власти, что держит нас в рабстве. Александрийские поэты, я говорю о них? Так вот, эти актеры полностью посвятили себя идеям свободомыслия. Их не заботит воля фараона. Несмотря на то, что наш правитель издает один деспотичный указ за другим, здесь, в библиотеке, мы вольны говорить то, что думаем. Итак, Серапис. И что? Где Ая? А, Серапис! Я написал о нем пасторальную трагикомедию. Ты Баек, да? Айя тебя заждалась. Как она? Быстрее, за мной. Прошу прощения, друг мой, но ты пьян. В библиотеке это недопустимо. Она прячется. Кто ты? А, любишь поэзию Гомера, так? Прошу сюда. Я брат Аи, Фан. А, да, Фан. Рад встрече с тобой. Расскажи, что с Аи. И почему ты так осторожен? Геннадий отправил людей обыскивать дома. Солдаты вытаскивают людей на улицы и пытают этих несчастных. Теперь наши правители позволяют все. Геннадий? Чудовище. Это Филокит Александрии. И он готов перерыть весь город. Так где Айя? У меня есть могущественный друг. Аполлодор. Ты ведь слышал о нем? Ни разу. Услышишь. В любом случае, это он подготовил убежище для Айи, когда все началось. Что случилось? Ты мне не ответил. Это политические интриги. Потом она тебе все объяснит. О, да это Фан. Думает, что он поэт. Прямо-таки новый Софокл. Вы бы слышали его оду «Любимой козе». Ха-ха, втечки! Дальше я не пойду. Иди к монументу, там убежище Аи. Туда! Я скучала. Нельзя так долго жить в разлуке. У нас есть только мы. Без схему. Мы будем вместе. Двое. Друг для друга. Есть вести.
Следы правосудия. Ей я избил Медунамона. Ужасно, что у нас с тобой такая доля. Но я тебе благодарна. Если честно, это было приятно. Как я скучал. И мне не хватало тебя. Я тоже убила Актеона. Проследила за ним и нашла в его комнате маску. Дождалась его, заставила надеть маску и пронзила клинком его глазницы. Ай. Но я была небрежна. Другой тоже в маске проследил за мной до дома. С ним было еще сложнее. Остался один. Потом все кончится. Взгляни-ка. Забрала у Актеона. Аполлодор сказал, что этот папирус принадлежит совету. А значит, змей при дворе Птолемея. Откуда об этом знает Аполлодор? У него повсюду уши. Он связан с Клеопатрой. С Клеопатрой? Она же преступница. Это все козни ее брата, поверь. Она жаждет вернуть трон. И тоже хочет смерти змея. Она верит мне. И дала мне это. Чтобы убить его. Древнее оружие, которым убили тирана Ксеркса. Клинок правосудия. Хитроумно. Я проникну во дворец, найду владельца печати змея. И воспользуюсь клинком. Ты сможешь многое узнать в покоях придворного песца. Он часто бывает в банях. Обыщи все, пока его нет. А ты? Я буду здесь, пока Геннадий прочесывает улицы. Он жаждет моей смерти. Узнаю, что смогу. О Геннадии и змее, и о том, как убить их. Выясни, кто такой змей, и яви ему лик смерти. Встретимся у Панеума, когда покончишь со змеем и Геннадием. Расставание ранит мое сердце. И мое, любимый. Что это? Это путь к пристани. Неужто Фан тащил тебя через шахту?
Vad hekt med nå? Nån är skedde. Нужно быть осторожным. Кто отважится иметь с нами дело, пожалеет. Перебьем всех, кто сунется. Обещаю. Даже не знаю, что хуже. Буду стрелять. Киви, осторожно. Ага! Почему ты затащил меня сюда? Ты хотел убить мою жену! Твоя жена сама выбрала свой путь. Убийцы и преступницы. Я лишь исполнял свой долг Филакита, и за это ты лишил меня жизни. По-твоему, месть важнее, чем закон, Миджай? Ну так знай, мои Филаки разыщут тебя, и тогда ты умрешь. Да сопроводит тебя незримый. Владыка Дуата ждет.
Απεργίαν πείστε. Οι! Ουίσδραστου. Τη μίζωνο αφροσύνη. Οφείλουμε να αυξήσει την ημερησίαν παραγωγή αλεύρου. Χρασό. Η Πόναξ έφραξε την άγγη αλεύρου. Дороги! Ах, да, хай! О, педес! Ты уехал! Иди с дороги! Живо! Разойдись! С дороги! О, Феи! Опиасихись из диафонокатетус! Меня не должны здесь заметить. Thank you.
Что ты? Что? Эй! Что? А? Что ты? Эй!
Что ты? Нас не должны застать врасплох. Что ты? Даже не знаю, что хуже, вид или запах. Что это? Даже не знаю, что хуже. Что? Я... Эй, что? Эй, не убежишь!
Эй! Надо следить. Что? Что ты? Что-то здесь не так. Лучше быть начеку. Мимо нас никто не пройдет. Так, не теряем бдительность. Что это? Соберись, гляди в оба. Тревога! Сюда!
Да. Что? Эй, оружие. Так. Странно. Эй! Что? Есть вести из провинций. Похоже, у Клеопатры есть кое-какая военная поддержка. Не говори Патину. Что ты... Эй!
А это еще что? Заперто. Это покои придворного писца. Лестница? Ключ. Судя по свиткам, это сундук придворного писца Евдора. Двойное дно. Письмо. Почтенный Ибис, фараон сговорчив и будет помогать нам в наших замыслах. В Сиве действуй с осторожностью. Убийство Цапли лишь начало. Еще двое наших соратников погибли здесь, в Александрии. Тем не менее, пока для паники нет причин.
Геннадий без устали допрашивает жителей города. Мы ценим твои труды, Ибис. Живи долго. Здесь стоит печать змея. Змей — это Евдор, придворный писец. Ая сказала, что писец часто посещает бани. Там я и прикончу эту тварь, Евдора.
И один. Да что с тобой? Άρχονα όν οικοδομήν τάχανε ο τάτων τη Αρτέμιδα θεάν. Πόλης χρημάτια. Что? Я... Ήκουσον τούτο. Δευτέραν δε και... Μόριας παρασκευάσματα του Δανεστίν. Φεύγος του υπάσιν του της εμένην. Αχ, αχριστόν εστίν ουδί. Της μέιζονος αφροσύνης. Не убежишь. Что такое? Λαξ, σι ελάβνη χρύογι γνέστε. Α,
Αμάξα ελάβνης γαγκίστεος. Αμέλισον. С дороги!